Да, все хорошо. Видите, я вошла и сразу разворачиваюсь параллельно поверхности. Насаживаю ткань, утапливаю иголочку для того, чтобы достать до нужного уровня. И разворачиваю, ввожу, 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 ввожу. Вот так. Потом могу сдать выше вектор, да? Чуть продвинуться и ввести уже вот здесь. Вот так. Угу. Ну, смотрите, вот эту минус ткань мы с вами вытаскиваем. Но до идеала, безусловно, нам еще дермальную коррекцию надо будет сделать. Если бы мы работали конюлей, я бы просто зашла конюлей под уголок и поставила бы там болюс. Да? Угу. Но так как мы работаем иглой, поэтому мы пойдем на границе еще дермогиподермы. И вот здесь еще кусочек я введу под вот этим втяжением для симметрии. Вы потом вживую посмотрите, потому что на камере гиперемия не совсем видно. Но вот даже, ну, все равно на камере видно, что вот здесь еще втяжение осталось больше, чем вот с этой стороны. Никто нам не мешает еще раз зайти, если, конечно, пациент сильно не сопротивляется. Вот. И все, штрихи сейчас останутся. Вот произвольно несколько миллиметров от угла. Видите, я зашла под углом и разворачиваюсь параллельно поверхности. Подошла, подхватила морщинку, оставила под ней чуть препарата. И затем линия на ретрограмму. Все, смотрите. Я ввела буквально даже 0,01 я не ввела. 0,075 как-то так. Вот, смотрите, все равно он как поднялся относительно вот этого. Таким маленьким количеством. Здесь то же самое. Полюс и линия на ретрограмме.